Где они? Твою мать. Да сколько? Так. Где они, паскуды эти? Ага, вот там. Стреляют, значит, да? Бандиты конченые. Идите сюда. Не попал? На, паскуда. Офигеть. Я не знаю, каким образом. И как я вообще сумел выжить. И как я вообще на машине попал в бассейн. Ну да ладно, значит повезло. Так, надо отправляться обратно к Жеке. Только вот мне интересно, что это за здание, которое я увидел еще с башней. И что это там за вертолет такой, а? Так, как я предполагал еще вчера. Это то ли какой-то музей, то ли фиг его знает, что это такое. Так, ну перед тем, как я пойду к Жеке. Жека, кстати, надеюсь, с ним все в порядке. Это... Мэрия, да? Мэрия, значит. Так, значит, тут... Какая-то правительская хрень. Так, надеюсь, то, что я смогу найти тут какую-то полезную информацию. Фиг его знает. Так, ага, вот. Да, да, давайте, по одному. Иди сюда, паскуда. Иди сюда. Еще один. Вообще да, иди сюда. На, хрен зеленая. Так. Может, я действительно смогу тут найти какую-то полезную инфу. Может, если это мэрия, то, в принципе, тут хранятся все секреты этого города, вся информация. Я, может, действительно смогу тут найти что-то полезное. Допустим, план какой-то эвакуации, или где хранятся припасы, или какое-то оружие, танки, топливо, или еще что-то. Так, может... Нет, все закрыто, все запечатано. Так, тут ничего нет, ладно. Это что еще такое? Так, это то ли подвал, то ли какой-то бункер секретный. Код нужен, да? Допустим, 2280. Нет, не работает. Так, может, я смогу найти тут какой-то код, но надо изначально все проверить. Так, есть тут кто-то? Ага, один. Иди сюда! Еще! Так, иди сюда, зараза, на! Так, хорошо. Да, тут какой-то зал заседаний. Какой-то депутат. Он, походу, тут выступал, да. Так, хорошо. Фу, твою мать, испорченная еда. Что я вообще тут могу найти? Как я вижу, тут есть еще второй этаж. И какой-то подвал. Если я смогу найти какую-то важную информацию... Ладно, хорошо. Не буду гадать, не буду думать. А посмотрю, что и как тут есть. Так, второй этаж. Ага. Твою мать! Где ты? Убил. Так, все. Патрон на этой снайперке больше нету, значит, надо брать вот эту. Иди сюда. На! А еще ты тут! На! Двоих убил с одной пули! На, зараза! Так, офигеть. Так, вертушка. Есть тут топливо. Нет, мне кажется, что-то нифига тут нету. Не, она даже... Нет, даже не взлетает. Так, хорошо, но я буду знать то, что тут есть вертушка. Там есть одна вертушка. Только она застряла в доме. И тут есть одна вертушка, и это полностью рабочая. Только нужно найти топливо. А, кстати, у меня случайно нету... Это для машины, а для вертолета... Есть! Для вертолета! Так, хорошо. То есть я даже знаю, где есть рабочий вертолет. На всякий случай, если мне нужно будет смыться с этого города. Улететь куда-то скрыться. Офигеть. Так, тут ничего нету. Тут припасы нет. Есть тут что-то? Нет, пустые ящики. Так. Ладно, не очень так хорошо. А вот тут, кстати, может что-то быть. Может тут что-то будет возле этого безголового военного. Так, ладно. Опа, коктейль Молотова. Пригодится. Все. Так. Ракета для РПГ. У меня, кстати, вот еще одна ракета для РПГ. И где? И вот РПГ. Хорошо. Так. Вот это уже другое дело.
Вот это уже другое дело. Хорошо, я буду знать, что у меня есть куча ракет, РПГ, топливо для рабочего вертолета и молотов. Хорошо, но я, кстати, ни хрена тут не нашел. Может, тут все же что-то будет в этих сейфах? Может, реально какая-то важная инфа? Нет, ни хрена тут нету. Вот так, еще и дождь пошел, да? Очень круто. Так, это, походу, главный кабинет какого-то... какой-то важной шишки, что ли? Или это кабинет мэра? Так. Тут все запечатано, ничего не открывается. Может, у него в карманах что-то будет? Так, это что? Код! Код, код, код! Куда двери 2649? Так, 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 пожалуйста, 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 чтобы это была вот та дверь. Так. 2649, 2649. Вот там, кстати, может что-то быть. Мне очень нравится вот этот дождь. И пасмурное вот это небо. Так, хорошо. 2649, 2649, 2649. Да-да-да-да! Подошел, подошел! Так, перезарядиться. На всякий случай, хрен его знает, что меня там ожидает. Так, еще какая-то дверь. А что тут? О, хорошо, свет есть, свет есть. Так, нужно запомнить, что потом выйти. Но зато я знаю то, что сейчас со спины ко мне никто не подкрадется. Рычаг, рычаг! Так, хорошо, хорошо, тут еще что-то. Нет, больше ничего нету. Так, 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 еще свет. Охренеть! Чё-то у меня нет вообще никакого желания туда спускаться. Фух. Там даже темно очень. Я даже не знаю. Но это 100% какой-то бункер. Если там мэрия, если там был кабинет мэра, то это 100% какой-то бункер. Какой-то важной шишки. Ладно, ладно, ладно. Все же надо туда спуститься. Спуститься и посмотреть, что там есть. Так, дробаш на всякий случай. Фу, хорошо, уже дождя хотя бы не слышу. Фу, так. Твою мать! На... Фу. А, надо, конечно, поменьше патронов тратить. А то так... Реально, в следующий раз буду только с топором драться. Так, это реально какой-то бункер. И тут военные, которые уже стали зомби, и они 100% тут что-то охраняли. Так, хорошо, хорошо. Свет есть. Надо что-то найти, надо что-то искать. Вряд ли, конечно, что-то будет в этих бочках. Но все же, может быть. О, я офигеть просто. Мне сейчас вот это все проверять? Офигеть. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Пожалуйста. Так, так, так. План, план. Так, место эвакуации. Школа возле шахт. 4.00 после заражения. Н. 4.00 после... План эвакуации. Так, школа возле шахт. Школа возле шахт. Я знаю, где шахт. Эти шахты, где должна быть секретная лаборатория, в которую до сих пор не смог пробраться, потому что там офигеть как много зомби и бандитов. И в прошлый раз они смогли взорвать мой танк, на котором я туда хотел заехать. Да, в лаборатории я точно не буду. В лаборатории я точно не буду больше идти, но зато школа возле шахт. Это случайно не та школа, которую я думаю, 2649. Так, надо выбираться сюда, надо отсюда выбираться. Так, может, я смогу туда доехать? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Нету, нету топлива, нету топлива, нет бензина. Так, пожалуйста, тут. Мне надо как-то туда доехать, надо побыстрее убираться с этого, от этой башни. Ни хрена просто нету, нифига нету. Тут, 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 тут. Офигеть. Фу, ладно, ладно, я вроде помню то, что я очень давно... Ну, где-то прям неделю назад оставлял машину. Я помню, где-то тут была машина. Или... Да, 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 пожалуйста, 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 чтобы было топливо, пожалуйста. Так, так, так. Есть, есть, есть! Так, хорошо, хорошо, хорошо. Это очень хорошо. Давай, 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 Феррари. Давай, давай, давай. Я помню даже, где я нашел. Этот, конечно, дождь меня очень бесит. Ну да ладно. Ай, сюда, сюда, потихонечку, 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 потихонечку. Офигеть, она быстро, офигеть, офигеть. Так,
потихонечку, потихонечку. Сюда, 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 сюда! Не в дерево! Не в дерево, не в дерево. Еще один танк. Так. Офигеть, офигеть. Шахты. Шахты вот вроде вот там, и вот это школа, или это даже университет. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Стой, 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 стой. Офигеть. Так, тут как я понял... Все? Нет уже дождя, или есть еще? Там мой дом. Больница где-то вот там. И вот тут разбился самолет, да? Нифига тут нету. Самолет возле школы разбился. Я просто уверен на 100%, то, что это или школа, или университет. Если тут место эвакуации, то может быть то, что тут есть какие-то, не знаю, военные, которые собирают тут людей и перевозят их на реальные военные базы, а не военные базы, захваченные бандитами. Где-то у себя там, я не знаю. Кстати, реально, это может так быть. Так, 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 значит, может тут реально есть какое-то место эвакуации, и может я смогу выбраться с этого города и наконец-то встретить мою семью. Так, только... Жеку нужно с собой взять. Жеку, так, быстренько. План, 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 план. Идем за Жекой. Потом... Потом я, наверное, отправлю этого бедного Жеку... Ай! Да что ж так сложно-то управлять этот Феррари? Я отправлю бедного Жеку, которому, в принципе, и так не очень хорошо сейчас, учитывая, какие травмы он получил. Да конченая Феррари. Ай! Ай, да что? Помедленнее, можно помедленнее как-то? Учитывая, какие травмы он получил, я отправлю его с военными, а сам отправлюсь искать его маму. И после того, как я найду его маму, я с его мамой вернусь. Да-да-да-да, все хорошо, так. Жека. Так, быстренько, надо быстро. О, хорошие новости, неужели? Так, хорошо. Надо быстро идти за Жекой. Надо идти быстро за Жекой. Жека. Так, сюда. Да. Жек! Нет, перепутал этажи. Так, надо закрыть, чтобы... На всякий случай. Так, Жека, офигеть. Надеюсь, он обрадуется, если он, конечно, будет в сознании. Жек! Нет! Твою мать! Жека!